Ну что, друзья, еще раз всем добрый вечер. Это студия Игрокам ТВ, у микрофона друг и наша программа Retro International. Третий выпуск касается тоже команды Na'Vi. И я думаю, что примерно на третьем выпуске мы с Na'Vi, если не закончим, то как минимум сможем отложить их в долгий ящик. Потому что насмотрелись мы за последние три дня команды Na'Vi. И сейчас, собственно, будет программа для самых, конкретно третья часть будет для самых познавательных. Это фактически гайд, как уничтожить команду Na'Vi, как в дота-плане, так и в моральном плане, как пустить Na'Vi под откос. Этот поезд огромнейший, серьезнейший. Как показать, что Габлак несостоятельный кэп, как показать, что команда Na'Vi тоже имеет срок хранения и вот срок годности, который рано или поздно должен был закончиться. Клауда сделали с командой Na'Vi очень неприятную вещь. Они просто сыграли на таком уровне безошибочном, что Na'Vi со всеми своими обновлениями, со всеми своими выдумками, со всей своей пластичностью, как команда, не знали, что делать. И после, не скажу после какой минуты, но мидгейм для Na'Vi станет просто ужасающим. И это не так, как было с Альянсами, когда Na'Vi вылетали из гранд-финала и оставались на втором месте, когда они проигрывали. Это не так, как было с IG, когда IG там боролись с Na'Vi на равных, просто оказались сильнее. Тут просто катком команда Cloud9 проедется. И даже не вся команда Cloud9 проедется, а Bone7 и PyLightDive проедутся по команде Na'Vi. Ну, тут ситуация будет простая. И как только появится тот персонаж, который сделает главную игру команды Cloud9, главные мувы все, я обращу ваше внимание на него. Примерно с этого момента Na'Vi и распрощаются как минимум с шестеркой сильнейших игроков и останутся на 7-8 месте. Со стороны команды Na'Vi. Тут этот матч я уже более-менее помню, поэтому буду говорить искренне и откровенно касательно того, что помню и о чем знаю. Со стороны Na'Vi был пикнут Брюмастер. Брюмастер, казалось, будет либо на сложную линию для Фаника, либо он будет пикнут для Дэнди в мидлейн. Потому что Брю примерно так и использовался. Брю одно время был просто мейнстримом вообще мидлейна. В частности, третий International, да и второй уже не стеснялся пика использовать Брюмастера как мидлейнера, достаточно серьезного и качественного. Брю брался на мид, и Дэнди отыгрывал на нем на 5 с плюсом. Тем более, я думаю, все видели этот ролик с Дэнди, знают, как Дэнди разыгрывается на инвокере, знают, что у Дэнди с пальцами, насколько крутой микроконтроль у Дэнди. Тоже всем все это понятно. Но за Брюмастера взялся хвост. Не просто взялся, а просто вцепился за Брюмастера. И контроль этот был ужасен. И фанаты все плакали. И я плакал и утешал всех фанатов. А фанаты плакали и утешали меня. И, конечно, тут издевательство над командой Na'Vi серьезную травму всем фанатам нанесло. Этот факт. И я думаю, сейчас вы на это все посмотрите. Ну, раз уже взялись за Na'Vi, показали их в 12-м, в 13-м. И надо показать все-таки и в 14-м, как заканчивалась грандиозная история команды Na'Vi. Если она будет писаться, то будет писаться уже в 15-м году. И, по сути, будет писаться с чистого листа, с чего начинался первый International с арт-стайлом. Так будет и на 5-м International тоже с арт-стайлом. В основном этапе будем смотреть, болеть и радоваться. Death Profit от команды Natus Vincere. Достаточно популярная подруга на International 2014. Death Profit брали много, часто, и пуш-стратегия без ДП практически не проходила. Death Profit выполняла Death Profit, и наравне с ней был Razor, который точно так же, как и ДП, собирался в примерно похожие артефакты, который собирал себе Меку, который должен был Eye of the Storm включенный оставлять и просто ходить вокруг, смотреть, как все умирают. У ДП была немножко другая история. ДП собирали через Юул. Вот она поднимала, например, с себя ветра в неприятные для себя моменты, а вокруг нее летали все ее духи, и они, собственно, наносили огромное количество дэмэджа всем вокруг. Точно так же, как Разора, ДП собирали через Refresher Orb. Вот все это делалось, только еще приходилось Аганим собирать Разор. Ну, ДП, в свою очередь, приходилось Юл собирать, потому что она немного помягче была, чем Разор. Но схема была примерно похожая, поэтому
Тут ничего удивительного, данные герои брали, сейчас не берутся. Как ни странно, вот этот пуш через Death Profit, на него просто все забили, и он не актуален в принципе. Проблема Нави номер раз была пикнута только что. Clockwork. Clockwork для Bone 7. Пикнут он был сейчас четвертым уже по счету. Естественно, он будет работать у нас в паре со Skyros магом, как и бывает. Клок влетает на хукшоте, закрывает в коге, а дальше Skyros маг просто Mystic Flare'ом запускает и заваливает все, всю зону в когах. Вот. Но Clockwork не сам будет решать, куда ему прыгать. За Клока будет решать немного другой парень. Ну и дорогу Bone7 к победе Cloud9 в этом матче откроет следующий пик команды Cloud9. Со стороны команды Natus Vencer. Death Profit, по идее, должна отправиться у нас в сложную, или в... ой, в сложную. В мидлейн, точнее, Natus Profit должен отправиться у нас в сложную. Брюмастер должен фармить легкую. Это вот так смотрится. После пика Death Profit стало понятно, что Брю на мид не пойдет. И Брю не достанется у нас Дэнди. Хотя Дэнди вот и до этого стоял у нас на легкой, фармил, как это делал сейчас на инвокере, а перед этим делал на Миране. Вроде бы и такое казалось все возможно. Ну и тут Нави с пиком вообще первое впечатление не просто выиграли, а по идее должны были на куски разрывать команду Cloud9. Согласитесь, по пушу, по пуш-потенциалу, пик команды Na'Vi просто чудовищно крутой. Nature's Prophet с энтами. Это один или даже не один, а два сразу пункта очень крутых. Во-первых, мобильность по всей карте и пуш любой стороны. Во-вторых, это энты, которые дополнительный пуш. Death Prophet со своими духами, которая пуш просто по дефолту. Shadow Shaman со своими вардами не только в файте полезен, но и для пуша тоже прям на 5 с плюсом. То есть пуш, страта команды Na'Vi, по идее, невывозимая абсолютно. Абсолютно. Сорок пять секунд у команды Na'Vi на последний пик. Они уже забрали трех очень серьезных героев с крутейшим пуш-потенциалом. Ну и осталось забрать последнего пятого героя. Героя, как я понимаю, для Пупия. Скорее всего, для Пупия. Кура, скорее всего, сыграет у нас Shadow Shaman. Насколько я понимаю, Fanic, Nature's Prophet, Dendy, Death Prophet и Brewmaster будет у нас для хвоста. Ну и герой для Пупия отсутствует. Чена нет в пике команды Na'Vi. Ancient Operation появляется туда пятым героем. Ну и пик от команды Cloud9. Последний пик и пик, который, в принципе, с ног на голову в какой-то момент перевернул всю игру. Пик, который просто... Я не знаю, это гайд на этого героя, я считаю так. И сейчас, в 2015 году, все чаще используют героя, которого сейчас возьмет команда Cloud9. Используют этого героя с точно таким же назначением. Этот герой, который является ходячим вардом. Герой, который не слазит у нас с легких, простых, таких вот слабеньких саппортов. Герой, который, если не убивает соло, то как минимум дает 100% инфу своей команде, где и когда стоит нападать. И Пайлайдай, я думаю, что чуть ли, если не основатель данного использования Баунти Хантера, то тот, кто ярче всех его использовал, тут действительно придраться просто не к чему. Связка Пайлайдай плюс Bone7. На нее будем обращать внимание максимально, она действительно этого заслуживает. Со стороны команды Natus Vencer, Shadow Shaman для Куроку, Дэнди забирает себе Брюмастера. Death Prophet у нас для хвоста, Nature's Prophet для Фаника и Пупей Ancient Operation. Но Брюмастер у нас не будет для Дэнди. Брюмастер у нас поменяется с Death Prophet игроками своими, и Брю отлетит у нас для хвоста, а Дэнди будет играть на ДП. Ну и со стороны Cloud9 5 секунд и, в принципе, все. И будем начинать. Ну и Na'Vi, хвост уже меняется с Death Prophet. Дэнди на ДП отправится в, я не помню, кстати, куда, но вот хвост на Брюмастере куда бы ни отправился, все будет не так, как хотелось бы. Ну что, Na'Vi в пятером.
точнее, вчетвером, без Фаника, отправляются у нас вниз, во вражеский лес. Будут пытаться здесь поймать Ауи и будут с Eternal Envy здесь стараться разговаривать. Кстати, кстати, команда Na'Vi-то в этой игре тащила, и тащила до поры до времени. И все чаще мне это вылеты Na'Vi напоминают игру против Альянсов, когда Na'Vi тащат, а потом раз и просто сливаются. Но это уже характер самой команды. Ну, просто хорошо для фанатов команды, когда Na'Vi сливаются, и когда у них есть еще какой-то шанс закомбэчить какую-либо стадию игры, или просто умудриться не растерять возможности дальнейшего присутствия на турнире. Ну, здесь, по сути, Na'Vi уже стояли над пропастью, им уходить из турнира, ну, то есть уходить из турнира таким вот образом нельзя было, по сути. Ну, они в итоге проявили неплохую командную игру, но вот индивидуально, по индивидуальной реализации вопросы колоссальные. Вот лично у меня были к хвосту на Брюмастере просто грандиозные вопросы, хвост не доконтроливал. Вот не получалось, ну, процентов на 70 всего юзать. Хвост, такое ощущение, что не играл никогда тремя героями, хотя это очень странно. Вот, например, антимаг тоже три героя, тоже манта ставил, тоже надо иллюзии как-то контролить. Вот. Ну, с Брю здесь ситуация немножко другая, там не просто контролить, не просто райт-кликать, надо было нажимать кнопки, надо было поднимать ветра, надо было бросать кирпичи. Вот, со всем этим, по моему глубочайшему убеждению, хвост не справился. Дэнди на мидлейне, на Death Prophet, против Синг-Синга на Ember Spirit. В принципе, через Flame Guard против Death Prophet стоять, которая свормом поливает постоянно, не проблема. Пайлайдай на Баунти Хантере против Фаника. И здесь же, естественно, Bone 7 на Садклока. Пайлайдай уже находится здесь, дальше им придется в этой связке работать нон-стоп. Ну и Клок сотворить тоже что-то невозможное со своим героем. Я понимаю, что не так-то сложно попасть хукшотом. Хукшот от Клокверка — это даже не хук от Пуджа. То есть у него громаднейшая скорость каста, врыв моментальнейший. Сам этот хукшот летит с феноменальной, вообще огромнейшей скоростью в сторону своей основной цели. Понятно, что притяжка тоже... Ну, несложно попасть к Локам, если цель статичная, если на нее есть вижн. Это не Пудж по движению, который должен что-то рассчитывать. Это не стрела Мирана. Все это делается очень просто, но то, как часто и как точно делал Клок, это действительно достойно уважения. Ну и, конечно же, сам бы это он не делал. Был наводчик, был Баунти Хантер, который разведывал местности. Собственно, все это для своего оффлейнера организовал. Что я запомнил первый раз, когда наблюдал за этим матчем? Пайлайдай на Баунти Хантере первое время был, ну, не самым полезным. Сейчас Баунти Хантер подходит у нас к Дэнди под вардом. Дэнди видят, Дэнди привязывают. Здесь Пайлайдай дело свое делает, но здесь и Eternal Envy тоже вышел. Тут не заслуга Пайлайдая в том, что команда Cloud9 забрала Death Prophet на АФБ. Не его заслуга, здесь было кому дамажить. Eternal Envy уже на тот момент у нас подожженную землю первого левела имел. Ну и опять же, дэмэджа у него было достаточно, да и всего было предостаточно. Плюс съеденный на тот момент уже съеденный дикокрыл-потрошитель, то есть дополнительный деф. Там, если бы Дэнди развернулся, то он, наверное, даже не поцарапал бы команду Cloud9. Так вот, конечно, заслуга Пайлайдая в этом минимальная. Но она при этом была. При этом у него уже есть один ассист, и участвовать он будет практически в каждом, если не в каждом, то в большинстве фрагов команды Cloud9. Тут он действительно сыграет на самом высоком уровне. Стоп, упей, Куроки и вместе с ними хвост. Хвоста 19 на 2. Казалось бы, ничего не предвещает беды. У хвоста все вроде в порядке. И, хвост по фарму на первом месте. Немного уступает Bone 7. Кстати, Bone 7 тоже тут на этом уже этапе, на сложной линии, стоя в соло, показывает достаточно серьезные результаты. И по фарму он немного совсем отстает от хвоста, который стоит с триплой. Которого сейвят, которому помогают, которому Space Creating все-таки организовывают какой-никакой два саппорта. Вот, и при этом хвост не намного перефармливает самого Bone 7, но тут заслуга скорее самого Bone 7, а не недостаток хвоста. Тут Bone 7, правда, чуть ли не выше головы прыгает, и это
в общем-то, заметно. Причем стоит он не против самых легких игроков. Здесь Фанник, у которого рейндж атака, у которого есть спруты, который мог бы с Клоком на ранних левелах поагрессивнее себя вести и позволить Боун Севену все почаще ходить на собственный фонтан. Ну, Фанник тоже, может быть, где-то здесь как-то профилонил. Death Prophet сливается второй раз. Это второй раз из трех, наверное, краеугольных вообще основных раз, когда у нас ДП разваливает на миде. Дэнди будет здесь умирать еще, а потом еще, а потом еще, еще и еще, и будут умирать, будет умирать вся команда Нави. Ну, второй килл я пропустил, но это не последний килл на Дэнди, так что не расстраивайтесь. По голде Cloud9 выигрывает 450, по экспириенсу они выигрывают 600. Боун Севен цепляет Кура. Здесь уже Синг-Синг. Кура у нас отваливается. Дальше за Фанником. Фанник прячет себя в спруты. Фанника когами отсюда выталкивают. Фанника разбирают 4-0. Две смерти Дэнди плюс Кура плюс Фанник. Просто приходит Синг-Синг на топ-лейн и помогает своему оффлейнеру. Что касается Дэнди, то куда может прийти Дэнди? У него ботл, тапок и нул талисман. Только-только шестой левел получает Дэнди. У Эмбер Спирита уже практически седьмой. У него 4 ассиста. У Дэнди, ясен пень, никаких ассистов. У Дэнди только 2 смерти. Ну и по крипстату 21 синг. Но при... Так, Брюмастер в это время забирает у нас Скайрос Мага. Первый килл от команды Нави. Ну и Пайлайдай уже здесь. Пайлайдай всегда был в центре событий. Как ни за место к Пайлайдай первый. И в основном замес был там, где Пайлайдай. Только потому, что Пайлайдай показывал, где этот замес можно начать. Боун Севен двоих закрывает в коге под батарея с аутом. Фанник здесь просто корм для Боун Севена. С Пупием та же история. Аппарат здесь не выживает. Ну и пошли гнать Хвоста. Хвост пытается сделать тэп-аут. Хвоста здесь в итоге никуда никто не отпускает. Хвост на лоу хп по ауе пытается здесь навалять, тоже не получилось. В итоге Нави теряют троих. Дэнди вместе со своими духами, вместе с экзорцизмом старается сделать какую-то погоду. Боун Севену на это плевать. Боун Севен идет за Дэнди. У него есть батарея саут, и вместе с Пайлайдаем они уже третий раз отправляют Дэнди в таверну. Это мега килл для Клокерка. 6 минут сыграно. У Клока 5 киллов, 1 ассист. По-моему, слишком мощно, чтобы быть правдой. Ну, в тот раз мне икнулось первый раз. Две касательно планов Нави вообще на выход из данного этапа International. 2500 Нави проигрывают по голде, 3 с копейками они проигрывают по экспириенсу. Смотрим на Пайлайдая, потому что на Боун Севена смотреть нет смысла. Где Пайлайдай, туда Боун Севен рано или поздно ворвется. Вот, 6,5 минут сыграно, по счету мы видели, что происходит, по золоту, по экспе тоже видели. Пайлайдай подошел просветить Дэнди, а натыкается здесь на Пупея. Если увидит Пупея, то и Пупею, в принципе, что тут разваливать-то лицо. Несложно вообще. И уже сюда летит Клокверк. Тут Боун Севену просто можно цепляться. Пайлайдай в это время подсвечивает у нас, где находится Дэнди. Хайграунд виден, Пупей виден, Дэнди виден. Что, покатаемся немножко на Клоке? Nature's Prophet в это время забирает Скайрос Мага. Сейчас становится 8-3. Это запахло каким-то более-менее камбэком. Но в итоге у нас здесь сливается вот Eternal Envy хвост. Eternal Envy через Level Death работает. Через 4-й Девар. Через подожженную землю. Ну все, в принципе, по классике. Но Level Death все-таки тоже был вкачан. Ну и что, у нас Нави идут со счетом 10-3, Shadow Шамана тоже у нас теряют на топе. Ну тут Нави начинает сыпаться по всем линиям, Пайлайдай на топ-лейне. Забирает у нас Shadow Шамана, Клок пока что, я вижу, не врывается. Потому что в соло как-то не нравится Боун Севену врываться на таких сильных героев. Герои, правда, сильные. Death Prophet, в принципе, в соло могла бы с Клоком нормально соперничать. Пайлайдай в это время у нас немножко получил от Фуриона. Синг-Синг на фулл хп. В принципе, Дум на лоу хп. Дум отправляется в таверню хилиться. Ну и Пайлайдаю пора бы сместиться уже на мидлейн. И тоже вроде ничего особенного не делает Баунти Хантер, но при этом у него уже 6 ассистов. То есть участвует в файтах постоянно. Там потом еще появятся треки и все это будет очень болезненно для команды Нави. Дэнди юзает экзорцизм. Выходят на мидлейн. Синг отправляет Ремнант уже на мидлейн, сам улетает на базу, забирает себе фейсбуцы и сейчас вернется в замес. Боун Севену просто надо ворваться. Синг попытался привязать Дэнди, не получается. Где у нас Клок? Клок у нас уходит в кусты, просветил Дэнди.
Врыв от Клока пока что не реализован. Клок, давай, дорогой, пора. Дэнди с экзорцизмом. Потрепал тауэр, ну, так, наполовинку только. В принципе, это не критично для Т1. Даже на 9-й минуте. Клауда выигрывает 4,5 по голде, 4,5 по экспириенсу. Bone 7 уже приобретает себе Broadsword. У него уже есть Drop of the Magic. После этой пачки у него готов Blade Mail. А теперь хилиться, а теперь летать, а теперь просто бей-беги по всей карте. И получается это у него достаточно просто. Я врываюсь, ставлю коги, а вы умираете. Это просто с чем как бы... Как так получилось и почему? Вы ведь понимаете прекрасно, что Клок это не контримый герой. Это не тот, кого банти вообще в первую очередь. Тот, кто просто жуткий вообще для твоей команды, если он в команде соперников. Нет, Клок совершенно не такой. Но у Клока на 10-й минуте есть ПТ, есть Blade Mail. У него 1100 хп, у него 9-й левел. У него есть хук, у него Battery Assault Promotion, коги, ракета. То есть Клок просто не по годам развит здесь оказался. Пайлодай подсвечивает Фаника. В принципе, Bone 7 уже сейчас можно бы сюда переместиться. Фурион в это время приобретает Hand of Midas. С Мидасом не подерешься сильно. Вот. Драться, например, против Клока непонятно как. ХП у Фуриона мало, 790 всего лишь. Вот, у Bone 7 побольше. Ну и Мидас ни дэмэджа, ни ХП, ни ХП регена ни черта не дает. Так что Фура тут, конечно, точно таким же кормом, как и все игроки команды Na'Vi стал. Где ДП? Дэнди на Death Profit. 49-8, 8 левел и 0-3 идет у нас Дэнди. Пайлайдай подсвечивает команду Na'Vi. Сентри Вард и Пайлайдай на него не становится. Ну и что, врыв Фаника от Bone 7. Увидели, ворвались. Bone 7 маны достаточно, а UE 2000 побеспокоился об этом. И теперь врыв у нас от Bone 7 будет обязательно сопровождаться Mystic Flare от Scarius Мага. А наличие Bounty Hunter позволит постоянные врывы организовывать все тому же Bone 7. На мидлейн летит у нас ракета, и в это время Bone 7, кстати, стал таким вот, знаете, гулякой сам по себе. Как будто он Фурион, а не за Фаника у нас тащит Фурион. Не за Na'Vi от Фаника играет у нас Фура. То есть он стал по всем лайнам, он сумел сплитпушить, ракеты всегда летают там, где нужно, и все это, в общем-то, работает достаточно неплохо. Eternal Envy здесь Na'Vi забирают. Причем Eternal Envy тут нагло себя повел, как-то очень расслабленно. Синдром Na'Vi поймал. Мидлейн, хвост. Primal Split, если что, есть. Юзать его не знаю, есть ли смысл или нет. Баунти Хантера забирает хвост. Счет становится 11-5. Ну и Клок в это время забирает у нас еще одного героя. Так, давайте посмотрим. Все-таки это... Раз уже взяли за обязательное, давайте смотреть. Влетает у нас Bone 7 сюда. Сразу же хукшот, курок закрыли, Blade Mail проюзали, ну и просто под Battery Assault Кура рассыпается, потому что Bone 7 тут, естественно, и сам по себе неплох, и дэмэджа от Battery Assault огромное количество, и бить его нет смысла, то есть убить его пораньше, чтобы Battery Assault плохо работал, не получится. Син, вот Flame Guard, живет достаточно долго, ну и вот хвост, юзает Primal Split. Ренджи, конечно, не хватает, но вот на вот этом парне, на синем... В принципе, мне кажется, он тем более первым там скакнул. Ренджи должно было хватать, чтобы цепануть хотя бы одного героя. Ну, хвост так, провязал Primal Split, при том, будучи фуловым, а значит, и нормально не раскастовался, не раздамажился еще в файте. Провязал Primal Split, по сути, в никуда. У него есть Blink Dagger, теперь, правда, нет ульты, но, тем не менее, короче говоря, не очень посмотрелось. Пайла и Дай развалили. Пайлайдай погибает, еще становится 12-6. Na'Vi здесь немного по голде отыгрывают, но по XP и по голде, в принципе, остаются в минусе. Причем ощутимо 5000 на 13,5 минуты. Me,
Это просто продолжение, да, я так понимаю. Смотрим на Bone 7. У него уже есть Ogre Club. Может, в дальнейшем что-то поинтереснее будет. Полетела ракета на Кура. Забирает Кура здесь Клокверк через ракету. Ну и на мид сразу же. Сразу же. Здесь Дэнди пытался как-то надамажить Eternal Envy. Врывается в него Bone 7. Дэнди отправляется в таверн. Такая игра от Клока, конечно, просто гайдом может стать 100%. Это действительно великолепно смотрится, потому что не может не смотреться великолепно. Это действительно круто. 7-0-3 счет на данный момент. 14 киллов всего сделала команда Cloud9. В 10 из них Bomb 7 принимал участие. Пайлайдай принимал участие в 7 из них. То есть половина при его присутствии. Ну и так было постоянно. Пайлайдай подсвечивает, Bomb 7 врывается. Если вдруг кого не видно. Трек уже есть у Баунти Хантера. Фаника он здесь находит. Фаника видят, трек висит на Фанике. У Баунти Хантера есть шукуча, если что, сбить ТП-шку Фанику можно. И Фаника просто развалили, 15-6. И деньги продолжают капаться. Ну и Скариас Маг здесь забирает Шадоу Шаман, уже киллинг спри. Вау, и 2000. Bone 7 в который раз опять навалял своим оппонентам. Нави идут со счетом 16-6. 15 минут сыграно, 7,5 голды, 8 экспириенса. Тоже для команды Natus Vincere. Ну, 2014 год, конечно, стал годом упадка для команды Na'Vi. Поэтому изменения в составе дальнейшие пошли. Поэтому поменяли капитана, искали. Вроде как сейчас нашли. Ну, все новое — это хорошо забытое старое. Артстайла никто не забывал. Вот, но при этом как-то без него обходились. Теперь, я думаю, будем надеяться, что Na'Vi вернутся хотя бы в форму первого интернешнала. Понятно, что Dota на месте не стоит. Если Na'Vi будут в форме первого интернешнала, то понятно, что и не факт, что они выиграют. То есть они были сильнее, потому что остальные были слабее. То есть на данном этапе могли ли в 2014 году игроки команды Na'Vi образца 2011 обыграть, например, Ньюби в финале? Нет, думаю, не могли бы. Чтобы была совсем другая игра, иного плана, и Dota была совсем иной. Все было как-то по-другому. Na'Vi в это время выходят на рог. Death Ward здесь от Shadow Shaman, варды от Shadow Shaman. Death Prophet провязала ульт. Ну и здесь Na'Vi тратят все возможное вообще, чтобы забрать Роху. И файтиться в ближайшее время им просто противопоказано в данном случае. Ну, драться они будут так, постольку-поскольку. Синк у нас останавливает хвоста, хвост не юзает Primal Split, не стопит здесь Синка. Может быть, и смысла в этом не было. Пайлайдай уже здесь. Bone 7 в это время продолжает фармить мидлейн. У него 17 минута на карте. У него 1000 не хватает до появления Аганима. После этого 6 секунд кулдауна и летай не хочу. Ну и рейндж, конечно же, огромный. Да и вообще, вещь более чем полезна. Ой, 6 секунд, 12 секунд кулдауна на хукшоте. Ну что, а Na'Vi зажаты. Na'Vi зажаты на своей базе у хвоста. На 17 минут ничего интересного, по сути, и нет. Хвост мог бы бежать за Синг-Сингом, не бежит. Синг у нас просто улетает на один из своих ремнантов и уходит на ТП на собственную базу. Bone 7 вместе с Ауи 2000 продолжает давить линию. Вот так разделили. Здесь Doom от Eternal Envy. Денег ужас сколько. 8900 общий нетворс. На руках у него 3800. Покупай что угодно. Пайлайдая просветили, он тут подсвечивает всю команду Na'Vi. Ну и смотрим на Bone 7. Хукшот уже второго левела. Пайлайдай, еще один трек, на этот раз на Пупея. И команда Cloud9 уже во вражеском лесу. Na'Vi пасутся здесь на нижней, на лоу-граунде. Вот, но выходить стесняются к Т2. Потому что тут не проблема, я думаю, для того же Клока с тысячей... Почти с 1700 хелспоинтов ворваться в любую абсолютно историю. А при поддержке Скариас Мага, который Мистик Флейром достаточно быстро расковыряет всех в когах, я думаю, что не задумывался даже об этом Bone 7. Увидел бы цель. Ну, вы поняли. Дальше по тексту. Bounty Hunter трек на Dendy. Bone 7 в инвизе.
И, в принципе, поле для деятельности открыто. Еще один килл надо сделать Клокверку, и у Клока будет готовый огонек. Хост в это время фармит на мидлейне, у него 1300. Ember Spirit от команды Cloud9 приобретает Battle Fury. Есть у Дума мека, есть у него уже готовый БКБ. Чем убивать, вообще не знаю. Skyra's Mac уже с Force Staff'ом, с Arcane Boots'ами. У Bounty Hunter'а есть Urn of Shadows, есть Tranquil Boots'ы. Мы смотрим на команду Na'Vi. Shadow Shaman. Arcane Boots'ы на Куроку. Все, больше ничего. У Death Prophet. Фейс Boots'ы, Null Talisman, Bottle. Все, на этом закончено. Ancient Operation только Urn of Shadows себе пытается насобирать. У Фанника есть мека, но благодаря... Hand of Midas. Ну и неплохой, в принципе, крипстат. Но Фаник у нас топ вообще в составе команды Na'Vi по нетворку. Хвост идет на пятой позиции. У него Dagger, у него Point Booster, у него Ogre Club. Вместе с Arcane Boots'ами хвост собирается выйти у нас в Аганим. Бун 7 будет ли врываться? Ульта пошла у нас от аппарата. Попадает по ауре, попадает по Пайлайдаю. И Бун 7. Ну, Death Prophet с ультом, так Death Prophet с ультом. Не проблема. Хвост. Юзай Primal Split. И здесь бы по-хорошему Бун 7 поймать. Кирпич дает по Бун 7. Бун 7 себя выталкивает. Ну и хвост побежал. Куда, непонятно. Дым, туман, струна звенит в тумане. Хвост просто присутствует в данном случае. Врывается у нас после того, как ульта проюзана от хвоста. Бун 7 в него разваливает. Мейнкерри команды Na'Vi, и это годлайк для Клокверка. Это даблкил в этом файте. И продолжается погоня за командой Na'Vi. По трекам убегает здесь Дэнни. Голуби летят за ним, и здесь его убивают без вопросов. Ульта аппарата от Пупея. По Skyra's Mac'у попали. Skyra's Mac здесь, не знаю, выживает или нет, сейчас узнаем. По-моему, выживает. Да, выживает. 120 хп остается у Skyra's Mac'а, а ульта у аппарата первого левела только-только. Десяти процентов маловато. 85 хп так и не осталось у Skyra's Mac'а. Ауи выжил. Счет становится 19-8 по золоту Клауда. Выигрывают 11 тысяч по экспириенсу. Они тоже выигрывают 11 тысяч. Тогда, когда я смотрел этот матч, я думал еще... вот Na'Vi, это же классическая схема для них. Они постоянно начинают так плохо, а потом так хорошо заканчивают. Вот, и это первый раз, когда мы поняли, что не всегда будет так, не всегда Na'Vi смогут камбэчить, и в какой-то момент все это закончится, и вот в этот момент примерно все это и закончилось. Когда у Бун 7 настал годлайк, когда 9-0 стал у него счет на 20-й минуте, у Клокверка, у Флейн Клокверка. Еще один хукшот, на этот раз в крипов, но за Куру дальше двигается Клок, Батарея Саут есть по нему. Дум забирает у нас Кура, и... Аганим на Клокверке уже есть. Бун 7 готов, я думаю, и дальше летать. И вот здесь надо просто подсветить. Синг-синг подсветил. Пупей у нас открыт для врыва, но врывается Клок на Дэнди. Еще один килл от Бун 7. Это уже Beyond Godlike. Eternal Envy. Killing Spree в этом файте. Хвост юзает ульту. Юзает Primal Split. И просто непонятно, что хвосту делать. Он здесь, по сути, один. Бун 7 ждет просто, когда у нас хвост закончит свою ульту, и хвоста, по идее, должны бы разбирать. Успеет ли здесь хвост сделать блинкаут? Хвост успевает сделать блинкаут, и это спасает ему жизнь. В общем-то, ему спасает, команде нет. 12 тысяч по голде, Cloud9 по экспириенсу 12 с копейками. Ну что, Клауда давят достаточно сильно по золоту, по экспириенсу тем более. Ну и здесь моральное давление просто чудовищное на команду Cloud9, на команду Na'Vi точнее. Потому что, вот я думаю, они прекрасно поняли, что эту катку не пойми вообще, как вывозить. Просто неясно. И мне уже к этому моменту стало неясно, как Na'Vi собираются вывозить эту катку. Пей без артефактов. Дэнди с Юлом. Угу. Хорошо, но при этом всего лишь 1000 хп.
Брюмастер до сих пор без аганима, но у него есть Point Boost Rocket Club. Ну и 11 левел Брюмастер, а Bone 7 14. Ну и Bone 7 по нетворсу 10 тысяч для него и 7500 всего лишь для Брюмастера. Ну это просто издевательство над мейнкерри. И почему мейнкерри должен быть Брюмастер хвост, я не понимаю в принципе. Death Prophet даже попроще будет как герой. Почему хвосту не дать Death Prophet, не ясно. Может потому, что хвост обыкновенно играет у нас на милишных героях. Может поэтому такая ситуация. Но до этого хвост тоже стоял у нас на вайде, стоял на мидлейне. Непонятно. То есть как там можно было бы что-то бы допридумать? Хвост играет на гирокоптере, и Death Prophet тоже проблемой бы не стала. Ну, то есть, в общем-то, понятно, что герой у нас, хвост как игрок, достаточно универсальный герой. То есть, и игрок, и фармить мог бы что на рендже, что на лоу, что на милишном герое без проблем. Ну что, Кура просто разорвало на куски. Он сам летает здесь в ветрах, но от этого ничего, собственно, не меняется. Нави теряют еще одного героя. Счет становится 23-10. И вот, кстати, момент, который я запомнил очень хорошо. Ульта пошла у нас от хвоста. Eternal Envy бегает абсолютно свободно. Хвост. Давайте еще раз вернемся к этому моменту. Я не хочу флеймить никоим образом на хвоста. Он мне интересен, симпатичен как игрок. Невероятно. Он подарил много ярких моментов всех формат, всем фанатам команды Na'Vi, но примерно смотрим, что происходит с хвостом. Тут нельзя сослаться на какие-то лаги или еще что-то. Что делает хвост? Хвост идет за Eternal Envy, и ему необходимо как бы запустить кирпитак. Вот, пауза. И отмотаем еще на 10 секунд назад. И продолжим с этого же места. Хвост прыгает, юзает Primal Split. Разваливается потихонечку, проюзанный Primal Split, и начинает погоню за Eternal Envy. Кирпич в Eternal Envy не полетел, но он потому что не было вижен. Теперь хвост выходит у нас на позиции. Он видит Eternal Envy, но, внимание, он разворачивается и уходит в совершенно другую сторону. То есть, можно это было бы понять, почему он уходит в совершенно другую сторону. Он отказывается якобы от файта, понимает, что файт этот может заведомо быть проигранным, и не стоит туда лезть. Но когда хвост разворачивается и уходит в другую сторону, смотрим, что идет дальше. Дальше хвост поворачивается и идет файтиться со всей командой. А потом хвост опять возвращается. А потом он отправляет одного зеленого сюда, а синего сюда. И он просто не может расконтролить этих героев. Он поднял ветра одного, второго, отвел эту панду. И контроль становится ну просто немножко не того уровня совершенно. Это не игра за 500 тысяч долларов даже, извините. Это странно. Это просто странно. Может нервы, может что еще, но это ошибка, которая вот конкретно вызывала бы огромное количество вопросов к скиллу игрока. Я-то знаю прекрасно, что хвост мультискилловой игрок, и он может играть, но где-то на собеседование пришел бы хвост, о котором никто не знал, где-то бы вот такую ошибку допустил и сказали бы, извините, вы нам не подходите. Хотя на самом деле Дашкевич Александр достаточно мощный, сильный, универсальный игрок. Ну, как и каждый в Na'Vi, мог бы играть на любой позиции, потому что ребята уже 8 тысяч лет играют в доту, и пора бы уже все уметь. Ну что, врыв у нас от Пайлайдая на пупе. Сюда же прилетает Bone 7, Mystic Flare просто, между прочим, Фаника начинает нарезать здесь Bone 7. Фаник пытается улететь, Battery Assault еще работает, Фаник пытается сделать тэп-аут. Ну и Фаник, скорее всего, отсюда-то здесь улетит. Нет, хукшот у нас от Bone 7. И теперь только Фаник остается здесь же. Остается здесь же. Bone 7 просто не отпускает Фаника. Сначала это хукшот. Потом это батарея саут. Потом это еще раз хукшот. Потом это коги, которые сбивают у нас телепортейшн от Фуриона. Ну и здесь команда Na'Vi уже проигрывает 16 тысяч голды. 17 даже. Они проигрывают 18 тысяч экспириенса и шансов вытащить эту катку за уши, за волосы собственные. Не ясно было, как вообще, чем. Шансов просто не остается. Команда Na'Vi сливает игру Bone 7, потому что он действительно стал звездой этого матча. Во-первых, Пайлайдай, который не заметен был, по сути, в этом матче. У него 0 киллов, у него 4 смерти, 12 ассистов. Но он всегда был там, где необходимо было быть.
Он всегда подсвечивал, он всегда находился на близком расстоянии, чтобы дать трек. В итоге команда Cloud9 зарабатывает, Bone 7 зарабатывает, покупает себе ранний Blade Mail, приобретает себе ранний Аганим, он действительно ранний. Идет со счетом 11-0-10, и вся игра крутится у нас вокруг Клокверка. Вся игра. То есть до такой степени доходит, что Клок у нас ну просто главное действующее лицо, и от Клока как от огня бежит команда Na'Vi, хотя огонь здесь вроде Ember Spirit. Ну и такое бывало. И точно и так, собственно... Так гасли звезды. Вот, если звезды гаснут, значит это кому-нибудь нужно. Ну, тут в этом вопросе это нужно было команде Cloud9. Перефразируем известную классику. Ну, команда Na'Vi, как по мне, подошла немного разобрана к этому матчу. Они думали, что дальше будет переть, как перла первые три International. Не поперла, потому что... Ну, потому что просто Клауда были здесь собраны, и у них получалось всего больше. Сказать, что просто не повезло команде Na'Vi, нет, не считаю, что здесь не повезло команде Na'Vi. По пику команда Na'Vi должна была просто стирать коллектив Cloud9 на шестом левеле. Они должны были максимально разобраться по линии, максимально рано вынести шестые левела и просто тауэр за тауэром. Как это делали Ньюби, как это делали Вичи Гейминг, как это делали все на этом турнире. Тауэр за тауэром сносить команды соперника. Делать это быстро, часто и помногу. Ну что, где Bone 7? Bone 7 внизу в это время. Команда Na'Vi вроде неплохо так огрызнулась, надавала по щам Клаудам. Клауда отходят, немножко потеряли ХП, но при этом забрали Пупея. Синг-Синга поднимает ветра хвост. Ну и смотрим, что будет хвост делать Синга. Лэпнули, стараются развалить здесь Эмбер Спирита. Эмбер Спирит на лоу ХП, Эмбер Спирита забрали. Дэнди дальше за Ауи. Запахло камбэком. Ну и Bone 7. Врыв во всех. Всех закрывает в коги. Bone 7 здесь просто не отпускает никого. Даблкил в этом файте. И это, собственно, последний гвоздь в крышку гроба команды Na'Vi в этом сезоне International. International TI-4. Вот еще так сверху постучит команда Cloud9. Ну, просто приличия ради, чтобы попрощаться. Вы видели, что происходило, пока Bone 7 не подошел к хайграунду. Вы видели, что было с командой Cloud9. Они вроде как рассыпались, они повернулись спиной, их по спине били. И били достаточно сильно. Но в итоге врывается Клок, и команда Na'Vi против него ничего сделать не может. А Клок уже к тому моменту с Энджин Яшей. 15-й левел с Энджин Яшей на 30-й минуте. Ну, недопустимая роскошь просто для команды Na'Vi так отфиживать Клокверка. Любого героя, не только Клокверка. Да будь здесь Скайрес Макс с таким же запаком. А Скайрес Макс и так почти с таким же запаком. Будь Скайрес Макс с таким запаком, как Клокверк, он бы сам здесь решил половину вопросов. Или Баунти Хантер будет с таким же запаком. Скайрес Мага сколько, кстати? 8 тысяч по нетворсу и 13 тысяч для Bone 7. И где наш хвост? У хвоста 8 тысяч. 8. 12 Синг Синг, 13 Bone 7, 18 Eternal Envy и 8 тысяч хвост. Есть ли еще вопросы касательно того, кто эту катку не затащил? Дэнди вроде тоже 8. Но Дэнди, к Дэнди внимания было на ранних минутах огромное количество. Хвост в это время должен был просто в соло стоять и фармить. Стоять и фармить. Может быть, он очень рано выбрался в масс-файты. Возможно. Возможно. Возможно, все-таки, я уже еще раз об этом скажу, не хватило некого скилла хвосту. Он не доиграл на этом персонаже, потому что не тренился на этом персонаже. Еще раз повторюсь, на этом персонаже в составе команды Na'Vi играл не хвост. Я ни разу до этого не видел, чтобы хвост отыгрывал на брюмастере. Возможно. Но все эти факты возможно, возможно, возможно. Воедино слились, и в итоге Na'Vi не стали богаче еще на дополнительные, по-моему, 800 тысяч долларов или 700. Все это в этой игре для Na'Vi прекратилось. Заработали они 500, еще раз повторюсь, за 7-8 место International под номером 4. Может быть, и на этом International восьмерку попасть, чтобы заработать столько, а теперь уже и больше денег. Na'Vi ставит за цель, но надеюсь, что цели немного повыше. Ну что, деньги будут и так на интернешнале литься рекой. Будьте добры, порадуйте фанатов, дорогие Na'Vi. Здесь Na'Vi сыпятся. У Na'Vi, в принципе, все здесь уже ясно. Синг-Синг забирает четверых в этом файте. Вот он и хвост, который у нас мастерски нападает на Bone 7 и просто ничего ему сделать не может. Он просто бьет Bone 7, а Bone 7 на это фиолетово. И не показали, как Bone 7 добивает хвоста.
Очень жаль, очень жаль. Я думаю, что хвосту было бы тоже поучительно посмотреть. Саша, привет. Ну что, ребят, сегодня выпуск у нас такой вот немного депрессивный касательно Na'Vi получился, потому что, ну, я хотел показать все стороны команды Na'Vi. Я показал, как они хорошо смотрелись на втором и на третьем интернешнале. Первый интернешнал показывать не буду, потому что Dota немножко другая вообще была, не имеющая ни малейшего отношения к тому, что нас в 2015 году ожидает. Уже совсем скоро. Ну и вот таких Na'Vi мы с вами тоже видели, так что имейте в виду, любую команду можно контрить, любая команда победима. Главное найти на нее управу, команда Cloud9 сейчас доказала. Ну, выпуск третий Retro International объявляю закрытым. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче, группа ВКонтакте, безусловно. И, конечно же, канал на Ютубе. Смотрим заставку. После этого я еще раз анонсирую турнир, который у нас будет в рамках нашего канала и вообще всех наших ресурсов медийных. И попрощаемся на сегодня. Пока что, на данный момент, меньше играйте в Доту, больше читайте книг. До связи через минуту.